Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, на металлистов. Давайте смотреть ассортимент магазина «Светофор». Этот магазин я посещаю первый раз. И давайте смотреть, что здесь новенького есть. По крайней мере, для меня. Значит, носки детские, толстые. Размер здесь 16. Шерсти 95% и акрила 5%. Хорошие шерстяные носочки. Правда, там нитки. Ребенок будет путаться, наверное. Разные есть размеры. Это 12-й. Есть 16-й. Разные расцветки, размеры. Есть взрослые носки. Ну, вообще, толстый, отличный прям. Смотрите, отличные носки. Детские носочки 69,90, а взрослые 83. Такие носочки. Неплохие. Хлопок 75%. 52,90. Две пары. И немножко разные. Но качество, я вам скажу, на вид прям неплохое. И такие носочки. Махровые, Сибирь, 70-20, две пары. Есть как светленькие розовые, так и темненькие. Брюки женские, размер 50-й, состав 100% хлопок. Это больше как пижама. Есть 56-го размера, разные расцветки, 200 рублей. Футболка. Мустанг 48 размер. Эмочка. На вид тоже классная и не маленькая. Размер, наверное, на размер подходит. К сожалению, я цены не нашла. А вот на джемпер есть 227,90. Сейчас покажу. От 48 по 56 размер. Хлопчатобумажный. Вот, смотрите. С длинным рукавом. Ну вот этот размер, мне кажется, не совпадает. 54-й, он, наверное, маловат на 54-й. Трусы мужские, 44-46. Смотрите, как сложены, как будто они маленькие-маленькие. На самом деле они так сложены. На вид неплохие, только маленькие. Так, трусы мужские, 81-80, боксеры. Нет, размеры есть и 48-50, и 52-54. И очень-очень даже дешево. Светодиодный прожектор. 220 вольт. 217,50. Сетевой фильтр. 5 розеток. Длина 3 метра. С заземлением. 235,80. Ковш с крышкой. Вы знаете, довольно-таки неплохой. 409,90. Он такой тяжеленький. Вот такой я хочу, наверное. Хороший, толстый. Отличный просто ковш, по крайней мере, на вид. Смотрите, имеются дырочки. Кружки 340 миллилитров. 36,40. Форма. Вот такая форма мне прям как раз бы хорошо. 1,6 литра. 157,90. Из термостойкого стекла. Тарелка 23 сантиметра. 47,50. Бумага. Фольга алюминиевая пищевая. 30 сантиметров. И 15 метров в длину. 44,50. Бумага для выпечки 30×30, 41,50. Такие довольно-таки большая и недорого. Пленка стрейч для упаковки пищевых продуктов
30 сантиметров на 100, 40-50. Комод, 3 секции, большой довольно-таки комод. $287.90. Детский стульчик за 146.20. Медведь. Цену не нашла. Есть такие рыженькие и розовые. Заинский крекер. А теперь я перешла на продукты. Мальки рыбки 500 грамм. Я как-то их уже показывала, снимала, что я их покупаю. Просто невероятно вкусные печеньки. За 36.50 всего. Отлично, целый пакетищ. Печенье здесь всегда есть, Мария. 500 грамм, 34.50. Затяжное. Тоже отличное печенье. Хлопья кукурузные. 500 грамм. Сухие завтраки. 500 грамм 45.90 стоит. А готовый завтрак 400 грамм 36.20. Хлебцы пшеничные, ржаные, 5 злаков с чесноком, 12.70. Хлебцы хрустящие с витамином и железом, 12.70, 5 злаков. В ассортименте имеются пшеничные, ржаные, 5 злаков, ржаные с чесноком. Кукурузные шарики различаются цветом и вкусом. Это со вкусом бекона, а это со вкусом лука и сметаны. 41.20, 150 грамм. Ядра арахиса ржаные с... Ядра арахиса жареные с солью. Не нравится, что с солью. Зачем они делают? Кому надо, сам посолил. 500 грамм, 78.40. Сухарики ржаные с ароматом холодец с хреном. 28.90. Шоколад Аленка. Пористый молочный шоколад. 95 грамм, 36.50. Сейчас состав покажу. Очень дешево. А это пористый шоколад молочный. 69.60, 3 штуки. Теперь мы в холодильнике. Я уже говорила про эту рыбку. Очень вкусная шхуна. Доброфлот. Иваси. Сардина тихоокеанская. Крупная жирная тушка. Полупотрошенная. Специального посола. Что-то вот как вот пишут, как будто бы хорошая. Тем более доброфлот. 148.90. 580 грамм. Молоко. Я уже его не раз показывала. Молочный терем. 2,5% 2,5% жирности. 39.90. Вообще очень даже дешево. И состав. Состав вроде неплохой. Цельное молоко обезжиренное. Итак, наши покупки. Хлопья кукурузные, печенье Мария, такое печенье рыбки, рыбешки и молочко 3 упаковки. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.